Какие практики ты можешь порекомендовать для того, чтобы человек, прорабатывая эго, уменьшая его, уменьшая, можно сказать, или как это, Растворяя. Можно, растворяя его, приближался все ближе к состоянию и пониманию своей души? Медитация и любовь – самые быстрые, простые практики. Медитация есть, опять же, то, что и ты тоже писал в своих постах, что многие люди, у них искаженное понятие о медитации, да, потому что есть аффирмации, визуализации, да, голосовые да, да, медитации, да. Смещение внимания, то есть есть очень много разных, скажем так, игр, да, в которые мы играем, когда мы закрываем глаза. Что такое медитация на самом деле? Если говорить более правильно эталонно, то медитация – это вообще не практика. Медитация – это мистический опыт. Ее не практикуют, ее проживают. Но есть медитативные практики, которые подводят к этому мистическому опыту. И эти медитативные практики обычно в самом широком распространении делятся на несколько уровней. Первое – это аффирмации, визуализации. Здесь работает ум. Это называется красить золото золотой краской, перепрошивать свою личность. Она духовность никакой не несет. Дальше уже называются, идут техники концентрации, шине, созерцание випассана, и уже плод концентрации випашьяны – это медитация, мистический опыт. Вот они как раз уже очищают, не умом создают шаблон, а очищают нас от шаблонов.